Как почистить свежие кальмары? В кипяченую воду кладем на 2 минутки кальмары и очищаем розовую пленку. Вот, 2 минуты прошли. Посмотрите, как сейчас отделяется хорошо пленка. Вот так. Очищаем полностью от пленки. Вот видите, даже горячая вода отделила голову от брюшка. Вот оно отделилось само. Вот. Теперь мы пока брюшки, голову оставляем в сторону и прочистим вот эту пленочку полностью у всех кальмаров. Итак, кальмары я очистила от пленочки. Теперь, вот видите, здесь вот виден такой вот позвоночник. Вот вы его прямо вот так вытягиваете. Видите, он очень легко отделяется. Вот. И постарайтесь хорошо промыть внутренности, вытащить и почистить. Должен остаться вот он пустой. То это брюшко должно быть пустым. Вот как видите, наподобие этого. Если у вас получится его вывернуть наизнанку, будет даже лучше. Так вы лучше его очистите и обязательно снимите пленку, которая внутри. Вот брюшко, видите, полностью я очистила, оно пустое внутри. Вот, и оно готово к приготовлению. Теперь перейдем к голове кальмара. Вы по мере возможности, если сможете тоже очистить от этой пленочки, будет просто замечательно. Но так как они достаточно мелкие, париться особо не нужно по этому поводу. Главное вам здесь вырезать так называемый зуб кальмара. Вот видите, он виден здесь. Вот вам нужно его отрезать. Он не нужен абсолютно. Можете даже ножницами вот так его обрезать. Очень легко обрезается. Если вы ели салаты из морепродуктов, вы можете вот эти маленькие такие щупальца найти. Видите, все. Очень легко, в принципе, и просто чистится кальмар. Эта пленочка, видите, она тоже слезает после того, как в горячую воду вы его кладете. Промыть хорошенько. Эта пленочка, она потом во время приготовления, она просто слезет сама. Вот. И все, мои дорогие. В принципе, чистка кальмара очень простое дело. И что самое интересное, чем меньше кальмар, тем он чистится быстрее и легче.